Как собрать стойку из шаров или сделать собачку из шарика змейки? Постичь азы аэродизайна на мастер-классе химчанам помогала Ирина Бородина. Как делаются гирлянды? Стойки, да, вот эти вот волшебные. Берут вот эти вот цветочки по 4, ставят основу и вокруг основы продевают просто. Зацепляют, и они друг за дружкой идут, да, в шахматном порядке, получается красота. Помимо стоек, ромашки, цветы, ушли жители со знанием того, как быстро, недорого, а главное самому обустроить площадку для любого детского праздника. Городская администрация такие мастер-классы проводит часто. Предложить свою идею для очередной встречи или узнать расписание и темы ближайших мастер-классов можно на специальном сайте